Без проблем и с пользой. Именно так и должен работать Белкопсоюз для людей. На всю страну это задача для нового главы потребкооперации. Кандидатура Олега Мацкевича, теперь уже экс-первого зампредседателя Витебского областного исполкома, получила одобрение на высшем уровне. Подбор был достаточно жестким, взыскательным. Рассматривались кандидаты и с вашей структуры, и не только с вашей структуры. Было принято решение, чтобы на данном этапе вашу структуру возглавил человек с серьезной экономической подготовкой, знанием финансовых вопросов, вместе с тем со знанием ситуации на местах, знанием региональной обстановки. Сказали «да» и в Малом зале Дворца Республики. Там сегодня собрались 450 человек. Это представители организаций и предприятий, входящих в систему Белкопсоюза. И многие из них уже сделали выводы. Он не только изучил возможности и потенциал системы, но и не понаслышке знает трудности, с которыми каждый день сталкиваются кооператоры области. Непосредственно с его участием и поддержкой разработан и внедрен план по реформированию системы. Это был сложный период, и всегда мы находили взаимопонимание и поддержку. Оценил преемника и бывший глава потребкооперации. Валерий Иванов покинул пост ровно 3 месяца назад. Развиваться надо. Денежные средства, которые вкладывать в систему, необходимы. А их надо зарабатывать. Должен быть рынок. И мы должны в этой рыночной конкурентной борьбе занимать свое достойное место, а достойное место равно финансовым результатам, которые дают возможность это делать.